То, что таджикистанцы потратили в прошлом году на взятки врачам более 320 миллионов долларов, в Минздраве не скрывают. Жители страны переплачивают за лекарства, а медики отправляют пациентов за медикаментами в аптеки, с которыми у них есть коммерческое соглашение. А граждане платят за бесплатные справки и медосмотры, чтобы ускорить их получение, а также дают деньги, чтобы получить более качественное медицинское обслуживание и расположение врача. Власти об этом знают, но ничего поделать не могут. Если посчитать дополнительные доходы врачей, медсестер и продажу лекарств, как раз такая сумма примерно выходит. Если эту сумму разделить на всех жителей Таджикистана, получается, что каждый житель примерно тратит в год на такие платежи до 200 сомани. Это примерные подсчеты, конечно же. В Таджикистане насквозь коррумпированная медицина сегодня в порядке вещей. Кто-то против этого, но вынужден давать деньги. Другие полагают, что за качество и скорость можно и доплатить. Пойдемте со мной. Врач почистит не одно ухо и возьмет 10 сомани. Это больше не на лапу, да, как можно сказать, а поощрение. Ну, не поощрение, а знак благодарности, что лучше приняли, что быстрее приняли. В больницу пойти платить надо. Обязательно. Куда-то пойти, какую-то справку взять, платить надо. Хорошо же, что врачи внимательнее к тебе. Ну, выписали справку. Нужно заплатить всего лишь 5 сомани. Конечно, платили, конечно. Без этого никак. Еще самое интересное, что если они какие-то лекарства выписывают, то они направляют в аптеку. Своя у них аптека. В ходе круглого стола по вопросам медицинского страхования в Душанбе эксперты в один голос заявили, что мелкое взяточничество среди врачей исчезнет с введением медстраховок. В прошлом году бюджет Таджикистана на медицину составил около 185 миллионов долларов. Это лишь 60% от общей суммы взяток. Если увеличить поступление в казну за счет медстрахования, то можно будет поднять зарплаты врачам. Сегодня больше половины бюджета на медицину идет на оплату труда медиков. Этих денег явно недостаточно. Правда, раньше 2022 года изменить ситуацию не получится. Новую систему будут просчитывать с нуля, учитывать льготные категории граждан, уровень доходов населения по регионам страны, закладывать в бюджет повышение качества, предоставляемых услуг и многое другое. Без повышения зарплат не получится ничего. Более 18 тысяч медиков работают днем и ночью. Мы рады тому, что с 2002 года бюджет вырос с 22 миллионов сомани до 1 миллиарда 740 миллионов. Но в будущем эта сумма должна вырасти еще. Пока чиновники будут заниматься всеми расчетами, люди вынуждены будут давать взятки в больницах и поликлиниках. Деньги на это есть далеко не у всех. 30% населения страны живет за чертой бедности. Им не трудно изучить и проводить сравнительный анализ в связи с сложившейся ситуацией и передовую практику, которая имеется в некоторых странах, попытаться воспроизводить в условиях Таджикистана. Но по известным причинам невозможно эффективно их реализовать. Поэтому это фактически получается дополнительный налог в отношении наших граждан. И, следовательно, практически все, от младенца до самого преклонного возраста, имеют почти повседневные отношения с медицинскими учреждениями. А получается значительная сумма. Сами врачи опасаются комментировать на камеру решение Минздрава. Доктор Лола согласилась, но лишь при условии, что ее лицо не покажут. Ну, мы взяток не берем. Я не беру. Это обычно благодарность от наших пациентов за то, что вылечила ребенка. Я семейный врач. Ну, с аптеками как? Вот, ну, работаем, конечно, приходится. Но когда видим, что препарат не помогает, есть жалобы от пациентов, мы не работаем с ними. Да, более дорогие назначаем. Удастся ли к 2022 году ввести систему обязательного медицинского страхования, непонятно. Более 11 лет этого сделать не получалось. Пока что также неизвестно, как именно будут определяться категории лиц, подлежащих страхованию. Открыт также вопрос, что в этом случае делать с льготниками.